Давайте нашу розмову розпочнемо знову з обговорення теми про можливе звільнення голови розвідки Кирила Буданова. Джерела НВ пишуть про те, що Буданова намагалися зняти з посади, ГУР розділити та забрати у нього кілька важливих функцій. Зокрема, спочатку планувалося забрати функцію керівництва над військовими аташе, далі відокремити всі спецпідрозділи, що виконують операції на лінії фронту, забрати групи, які використовують далекобійні дрони, а також координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. І НВ пише про те, що все це вдалося відстояти, але буде ще другий раунд. Водночас їхні джерела не називають конкретних чиновників, які намагалися це зробити, лише говорять про те, що якби там вказують на деяких представників Банкової. Як ви вважаєте, кому насолив так Кирило Буданов, і власне з чим все це пов'язана ось ця така інформаційна кампанія проти нього? Ну, все понятно. Канцелярские крысы пытаются получить контроль над одним из самых таких серьезных и действенных подразделений вооруженных сил. Вот и все. А тем более подразделение, которое выполняет задачи в закрытом режиме и не делится целями с канцелярскими крысами, которые пытаются как-то управлять этими процессами. Все понятно, все просто. Тут ничего страшного нет. Вернее, непонимания нет. Это и должно было быть, по большому счету. Потому что не просто так сначала ГУР вместе с службой безопасности уничтожали НПЗ российские, а потом как бабка пошептала. Помните, мы эту бабку искали в Белом доме. А эта бабка может быть и в Киеве сидеть где-нибудь, в какой-нибудь такой крысиный король в канцелярии, который мог эти вопросы тоже держать как-то на узде, продавая, торгуя такого рода действиями с теми же россиянами. Потому этого еще, эту еще бабку надо будет поискать. Еще раз повторюсь, надо еще и в Киеве ее посмотреть. Но это контрразведка, я думаю, в конце концов начнет уже работать, искать этих всех тормозов, которые не дают возможности работать нашим спецслужбам по тем целям, которые они сами для себя находят. Они должны сами эти вопросы решать в закрытом режиме, выполняя одну основную задачу – сохранение суверенитета, территориальной целостности государства. Это то, что прописано в обещании, вернее, в клятве каждого военнослужащего, которую он дает народу Украины, не канцелярским крысам, не крысиному королю, не президенту, не правительству, не раде, а именно присяга дается народу Украины. Потому они выполняли эту задачу, выполняли, потом их остановили, насколько я это понимаю. Мы за НПЗ сколько разговариваем? То есть уже где-то как минимум полгода о том, что летит куда попало, только не по нефтеперерабатывающим заводам. Вот для того, чтобы удержать спецслужбы от действий, которые они должны выполнять согласно своего штатного расписания, согласно своих задач, вот пытаются надеть ярмо, в том числе и на Буданова. Он же ж у нас не один. У нас еще служба внешней разведки, силы спецопераций, служба безопасности, помимо главного управления разведки. Погранцы, у них своя разведка есть, кстати, довольно-таки действенная и боевая. То есть у нас много, еще это не назвал, как минимум половину спецслужб, которые могут выполнять боевые задачи, не обращая внимания, допустим, на того же крысиного короля. А здесь, естественно, там крысы бесятся. И мы слышим все эти попытки, потуги, ну и так далее и тому подобное, чтобы снять эффективных руководителей. Это они просто еще не начали огрызаться. Потому что есть намного сильнее, так сказать, проблемы сейчас. Они занимаются вопросами внешней агрессии. А когда-нибудь эти канцелярские крысы докусают их за пятки и развернутся, одним махом отминусуют и забудут, что это такое. И дальше начнут выполнять боевую задачу согласно обещаниям и клятве, данной украинскому народу. Дождутся эти канцелярские, дождутся. Романе Георгійовичу, але коли ми говоримо про розділення повноважень, зокрема з цих груп, які керують далекобійними дронами, мається на увазі, в нас створені сили безпілотних систем, так? Ну, тобто повністю ті, які займаються дронами. Ну, тобто, чи доцільно, чи недоцільно передавати ось ці повноваження, чи ні? Ну, по поводу безпілотних систем, неправильний був создан стартово, неправильний підход. Чому? Тому що, опять же, ще раз повторюсь, скорее всего, канцелярські в этом деле участвовали, не сохранили контроль за денежним потоком. Для того, чтобы сохранить контроль за потоком финансов, лучше сделать, конечно, единую, допустим, систему, поставить туда своего человека. Вот они пытались ставить там с какими-то проблемами с российскими паспортами, я уже фамилию забыл.
То есть пытались воткнуть своих людей под контроль этих финансовых потоков, но это не работает. Вернее, это работает на набивание кармана, но не работает для выполнения боевых задач. Почему? Беспилотные системы, они же разные. Есть подводные беспилотники, есть надводные беспилотники, есть воздушные беспилотники, есть ракеты-беспилотники, есть FPV-дроны, допустим, короткого радиуса действия, то есть малого радиуса, тактические, есть оперативные дроны, есть стратегические дроны. То есть беспилотных, есть наземные беспилотники, которые сейчас наземные беспилотные системы используются в войсках уже, там и передвижные установки, и КПВТ, и снайперские винтовки, реактивные РСЗО даже есть уже на этих беспилотниках. Потому очень много этих систем как таковых, их надо было сразу стартово распределять по видам войск, как род войск в виде войск. У нас в сухопутных войсках должны быть беспилотники как род войск, только внутри самих сухопутных, вид войск, сухопутные войска. А вот там должны быть род войск беспилотных систем. Ну а что такое беспилотники для сухопутных войск? Это наземные и, может быть, FPV-дроны, максимум оперативного уровня, то есть до прямого радиуса действия. Есть, допустим, надводные и подводные, это ВМС, то есть это уже военно-морские силы, они должны заниматься этими беспилотниками. Есть стратегические беспилотники, тяжелые, самолетного типа беспилотники, которые могут идти там за 2000 километров. Это уже военно-воздушные силы должны заниматься. То есть это инженерно-технический состав, и летчики должны этим вопросом управлять. А есть еще спецслужбы, у которых должны быть весь спектр беспилотников, вот весь, начиная от подводных и заканчивая чуть ли не космическими. И они должны выполнять свои задачи, причем на своем бюджете, под себя. Причем это все должно быть в закрытом режиме. Ни одна канцелярская крыса об этом знать не должна, потому что люди используются за Ницкой, то есть на вражеской территории, которые выполняют задачу разведки, доразведки, корректировки, подтверждения удара. А это все жизни чьи-то. Это все агенты спецслужб, которые могут попасть в плен, допустим, и мало там не покажется, по себе знает, что это такое. То есть эти вопросы, и потому здесь канцелярским, конечно, надо руки по самые ФБРЖ отрубать, чтобы они туда не лезли. Чем меньше будут лезть, тем лучше. Причем, еще раз повторюсь, когда-то полезут так, укусят, допустим, кого-то из спецслужб, что маханут в один раз, и просто как вот бабка пошепчет, вот никого не будет больше, никто больше к спецслужбам лезть не будет. Потому здесь вопрос неправильно изначально поставлен. То есть это опять же еще одна системная ошибка, которую допустили в принимающие решения, в основном это канцелярское братья. То есть они этот вопрос развернули и так вот поставили, неправильно изначально стартовал. Потому здесь каждый должен заниматься беспилотниками в своем ведомстве, и никто не должен лезть ни в ГУР, ни в службу безопасности по беспилотникам. У них свои системы. Вот представьте, если бы кто-то залез в планируемую там 2 года назад операцию по уничтожению Керченского моста, залез бы к Малюку, допустим, вот сопровождал бы эту операцию, связанную с подрывом моста, с переброской туда 20 тонн тротила. Ну, так какая-нибудь канцелярская крыса однозначно все бы это слила, через него, по крайней мере, узнали бы российские спецслужбы и приняли бы всех участников этого процесса, причем и в России в том числе. Так и угадайте с 3 раз, где бы они сейчас. Ну, то есть тут очень такой подход должен быть скрупулезный в смысле о том, что беспилотным системам нужен принятие решения должно быть в каждом из видов войск, родов войск и в спецслужбах свое. А так как канцелярия пытается всем управлять сразу, им же везде надо карманы набить, это с продаж и закупок, вот сейчас они уже собираются продавать беспилотники за кордон, протолкнуть же эту тему, то есть уже тут не хватает работать беспилотниками по нашим объектам, они уже их продавать собираются. Вот год, где их задача, этих крыс, когда они уже полопнут, сколько можно жрать?
Роман Григорович, от ви задали про те, що держава планує продавати так безпілотники за кордон, а Максим Жорін, заступник третьої штурмової, він категорично виступив проти так цієї ініціативи. Він говорить про те, що держава навіть наразі наполовину не забезпечує від того, що потрібно на фронті. І він якби дивується цьому рішенню. Ну, тобто, знову ж таки, це про що свідчить? Як так? Ну, тобто, нам потрібні на фронт безпілотники. Ми збираємо так, і військові так просять українців так донатити активно. Виходить, що в нас є багато вільних тоді, і ми можемо їх продавати, чи що тоді виходить? Ну, я ж об этом и говорю. То есть тут все военные, тут единственное понимание процессов есть. Их никогда не будет много. Оружия на поле боя много не бывает, поверьте. Вот сколько есть, все будет использовано. Потому у нас однозначно будет дефицит вооружений любых. Хоть вы их миллион делаете, он все равно будет востребован. Ну, то есть выполнять боевую задачу. Если в это время государство, опять же, что такое государство? Слово государство. Государство – это мы. Так я против. И Жорин против, и вы, я думаю, против, и все, наверное, 30, больше 30 миллионов украинцев против того, чтобы продавали куда-то на сторону беспилотника, не использовали их непосредственно по россиянам. Так это мы, государство, мы против. А кто говорит о том, что государство за? Крысы канцелярские выполняют эту задачу. Вернее, это у них задача заработать еще на этом процессе, набить себе карманы, продавая на сторону уже военную продукцию. Это вопрос, кстати, к министру обороны, к Министерству обороны, Укроборонпром под его руководством находится. То есть и он, наверное, свои 3 копейки вставил туда. Тоже ж, наверное, в Украине жить не собирается, то есть, ну, помимо него там хватает. Надо, я уже сколько раз говорил, надо контрразведке прошерстить всю систему управления политического и исполнительной власти на наличие 2 паспортов. А у них вы покопайтесь хорошенько, там от израильских до российских, там они жить в Украине не собираются. Для них им нужны украинские паспорта, чтобы набить карманы, а потом свалить по указанному адресу, называется. И вот потому и возникают эти вопросы, связанные с разрешением продажи и так далее и тому подобное. Вы еще F-16 продайте, перепродайте куда-то. Ну а что нет, заработать же можно. Россияна можете перепродать. Вот попробуйте подзаработать на этом в том числе. Но там, правда, ЦРУшники сразу бошку снесут в 3 секунды. А у нас ГУР должен, в принципе, оторвать голову всем этим нечистым на руку дельцам. А вот чтобы ГУР не оторвал голову, на него пытаются надеть ярмо. Вот мы же видим, как прессуют сейчас того же Буданова. Давайте проговоримо ще одну проблему. Це самовільне залишення частин. І от також Жорін, так, його цитату я приведу, він говорить про те, що новий закон про послаблення відповідальності за СЗЧ, він говорить про те, що це лише породить збільшення випадків дезертирства, та СЗЧ в рази дуже негативно вплине на дисципліну і в результаті мати наслідки на полі бою. І говорить, що це популізм та дебілізм. Роман Григорович, а як ви до цього ставитесь? До такого рішення. Я, наверное, постарше чуть-чуть, уже 7-й десяток живу, потому застал все еще, начиная от Советского Союза и становление украинской армии, и плюсы, и минусы, и проблемы с начала 14-го года с войны. Но мое мнение, оно немножко чуть другое. Сверху сбоку, если посмотреть, люди, которые не хотят служить, они служить не будут. Через СЗЧ, через больничку, через что угодно, вплоть до сдачи в плен. Они не будут служить, их нельзя ставить в строй. Почему они не будут служить? Они не могут служить. То есть, как меня нельзя заставить, ну, не заставите вы меня проводить операцию на сердце. Ну, я не могу этого делать, я не врач, даже мысли у меня такой не будет, и буду отказываться на 100%, потому что я убью этого человека. Ну, у которого придется проводить операцию. Та же самая картина и здесь. Нельзя людей заставлять делать то, что они делать не могут, не хотят, или по разным причинам у них это не получится. Потому, если смотреть с этой точки зрения, то у нас не должно быть СЗЧ как таковых. Их изначально не должно быть. То есть человек, если он поступает на службу, он заключает определенный контракт, должен быть, я почему всегда говорю, в армии должны служить профессионалы, то есть это люди, которые выбрали военную службу как профессию. Мы уже столько раз говорили, есть такая профессия – родину защищать. Так вот, служба в армии, например, на лет 30, реально с 21 до 49 лет. Вот полных где-то около 30 лет – это профессия, которую выполняют люди, которые могут ее выполнять. По генетике, по психофизиологии, это разных моментов. Очень много по каждому направлению их всех не счесть. Потому у нас просто не должно быть СЗЧ. Почему? Потому что у нас не должно быть
поставлена в строй людей, которые не сами пришли, то есть не мотивированы, не профпригодны. Почему получается СЗЧ? Почему люди уходят, самовольно оставляя часть? Ну, потому что они их собрали с улицы, они не могут выполнять эти боевые задачи, неважно, любые задачи в армии, и они просто уходят. То есть они уходят либо в СЗЧ, либо в плен, либо погибают, либо просто филонят. Это еще хуже. Почему? Потому что остается рядом человек, который не может выполнять боевые задачи, а на него кто-то профи на него рассчитывает. Это страшная вещь, кстати, потому что гибнут тогда и один, и другой. И профи, и предполагаемые зачищены. Поэтому, если с этой точки зрения смотреть, то есть сверху, боку, сбоку посмотреть на саму причину, то, в принципе, надо развернуть вообще механизм этот изначально стартово, не набирать людей, которые могут потом уйти в СЗЧ. Вот и все. А сейчас, раз уже так пошли по этому пути, то есть уже прошли через эту бусификацию, принудительную мобилизацию, построение концлагеря в Украине, то есть собрали в концлагерь в Украине, закрыли границы, естественно, людей начали сгонять. Для чего? Ну, это вопрос, для чего, это понятно, тоже проговаривали. Для того, чтобы собрать потом штрафы, опять же, канцелярским крысам, и провести через определенные механизмы, собрать еще деньги с руководителей предприятий за бронь, это там миллиарды долларов, сейчас как раз будет механизм этот сбора. Вот как только слышите экономическое бронирование, это вот для этого, для того, чтобы набить карманы за счет предприятий как таковых. Но люди здесь получаются в качестве разменной монеты, потому уходят однозначно и будут уходить. И если, допустим, послабить механизмы контроля за СЗЧ, однозначно, тут вот здесь вот Жорин точно прав, 100%. То есть начнут уходить и те, которые еще думали уходить или нет, но все равно не выполняли боевые задачи. Смысл, они просто подставляли. Мы вот видели, как это произошло в Угледаре. Ну вот вывели потенциальных СЗЧшников на поле боя, выставили по флангам угледарской группировки 72-й бригады. И что сделали? Подставили 72-ю боевую бригаду, которая удерживала Угледар, просто подставили, вывели потенциальных СЗЧшников, и они в конце концов отошли, бросили позиции. Почему? Потому что не могут выполнять эту задачу. Просто не могут. Их нельзя было туда выводить. Естественно, в это время 72-я попадает чуть ли не в полное окружение, выходит с боями, потери, и мы уже столько негатива про Угледар говорили, то есть потери даже самого плацдарма как такового. Так смысл тогда было выводить потенциальных СЗЧшников и ставить выводить задачи. Их лучше в таком случае вообще не набирать. Вообще не набирать. А сейчас вариант этот есть, как заменить все эти вопросы. То есть хотя бы мотивированных собрать, поставить в строй. Мотивированные у нас сейчас, только одна категория – госслужащие. Весь спектр госслужащих. Они получают от государства денежное содержание. Вот это мотивация, единственная. А дальше отбирайте, ставьте их в строй, все эти законы, которые напринимали, бусификацию, этот самый, там, принудительная мобилизация, вот касается, должна касаться только госслужащих. Всего спектр госслужащих, внутренних войск и все остальные. Вот кто получает финансы от государства, вот по ним можно работать так. Но отбирать надо профпригодных, чтобы они в СЗЧ не ушли. То есть сам подход на данный момент, это называется бьем по хвостам, это не решение вопроса, то есть снятие уголовной ответственности или, допустим, послабление какое-то, и не решит вопрос. Решит вопрос тот подход, о котором я говорю, профессиональная армия. Вот такой подход. Потому, ну, я бы так сказал, не так линейно надо к этому относиться. А СЗЧшников сейчас надо однозначно снять с них уголовную ответственность, дать возможность тот, кто хочет вернуться не туда, откуда он ушел. Откуда ушел СЗЧшник, он в эту часть не пойдет никогда. Он же не просто так оттуда уходил. В основном уходят из-за командира, не готовых выполнять боевые задачи, либо из-за невозможности их выполнять, потому что кто-то другой ставит невыполнимые задачи. Это тоже бывает. То есть снять полностью уголовную ответственность СЗЧшников. Даже я больше скажу, не просто снять, не запускать этот весь механизм уголовки как таковой, чтобы не бегали СЗЧшники, не носили деньги прокурорам, судьям и адвокатам. Ну, то есть этот момент надо просто декриминализовать эту
эту статью как таковую, а дальше люди, которые выполняли боевые задачи и могут их выполнять, они вернутся, только вернутся напрямую в те бригады, куда хотят поступить, ну то есть под прямой рекрутинг, в другую, однозначно будет другая часть, вернутся, а те, которые не могут выполнять боевые задачи, вы их никак не заставите, смысл тогда их трогать, потому начало движения правильное в Верховной Раде, то есть послабление, а реально должна быть просто полная декриминализация этой статьи. Тем более получается так, что у нас в государстве Украина создан такой концлагерь из государства, а еще в государстве Украина, в концлагере Украина, создан карцер Вооруженные силы Украины. Это карцер сейчас, исходя из того, тех уголовных механизмов, которые на растяжке, которые поставили наших военнослужащих. То есть декриминализация Уголовного кодекса по очень многим статьям, она уже давно назрела и перезрела. Причем это касается не только военных, это касается и гражданского кодекса как такового уголовного. Там слишком много разных уголовных статей, которые абсолютно никак не коррелируются с преступлениями, по которым их заводят. Говоримо про наші успіхи. Відомо, що Сили оборони уразили військовий 67-й арсенал у Брянській області Російської Федерації. За даними Генштабу, на територію складу зберігалися каби, а також боєприпаси, зокрема з КНДР. І у РНБО Олександр Коваленко говорив про те, що вони навіть зберігалися під відкритим небом. Які проблеми тепер матимуть окупанти? І чи можна говорити про те, що останнім часом так ми зосередили, наші Сили оборони зосереджують свою роботу саме по роботі по арсеналах російських? Ну, это один из вариантов, как обеспечить безопасность наших границ, нашего государства, уничтожение средств поражения. Тем более, когда есть непосредственная уже привязка к местности. Эти склады же ниоткуда не берутся, никуда не переезжают. Они их больше, таких серьезных складов больше десятка. В стратегических складов у россиян, они под открытым небом, части их видно с космоса, то есть спутниковые снимки, любой может посмотреть через приложение, все эти склады найти, и еще раз повторюсь, они же никто никуда не уезжает, они на месте находятся. По ним мы почему и просим наших партнеров дать возможность работать по этим складам ракетами, у нас нет ракет. У нас 11-й год война идет, а у нас ракет до сих пор нет. У нас есть миллионы километров дорог, у нас есть миллиард деревьев, у нас еще что-то есть, что попало. Шашлыков куча майских, уже горы лежат. А ракет у нас нет до сих пор. Потому приходится просить у наших партнеров, дайте ракеты, потому что эти склады, они находятся на определенной дальности. Есть 100 километров, вот этот склад, который был сегодня поражен, там 110-114 километров от границы, то есть рядом. Но туда еще, ладно, беспилотники могут дойти, хотя там сложно все-таки все подорвать. Это хорошо, что там сверху они на поверхности кое-что использовали этот склад в качестве транзитного. То есть на поверхности лежали боеприпасы. А реальные стратегии, они же закопаны, то есть они в бетоне. Их пробить можно только теми же таурусами тандемными, то есть скрыть. Либо атакамсами там тоже есть такие. Ну или громами нашими, но это же надо их отстраивать, то есть их еще нет в достаточном количестве. То есть, получается, нам нужны ракеты для того, чтобы все эти боеприпасы, вернее, все склады, до которых мы можем достать, их уничтожить. Тогда просто меньше будет лететь нам на головы, на линии боевого соприкосновения. Тем более, сейчас отслеживается логистика поставки северокорейских или там китайских снарядов. Они же там 10 тысяч километров их везут. Естественно, где-то светятся, наша разведка работает. Ну и как только они заходят, как только особенно, когда заходят на разгрузку, это же однозначно, особенно в транзите, когда работает склад, это на поверхности их оставляют. В это время надо накрывать. Вот накрыли третий, это серьезный третий склад. Молодцы ребята, выполнили боевую задачу. Романе Григоровичу, відомо, що Угорщина заблокувала Україні 35 мільярдів євро кредиту для України до завершення виборів у Сполучених Штатах Америки. І Орбан давав прес-конференцію, є відео в мережі, так, де на нього намагався напасти опозиційний депутат. І він звинувачував його в тому, що він продав свою країну Сі Цзіньпіню та Путіну. От сьогодні спілкувалася із польським політологом Якобом Корейбом, і він висловив таку свою думку і говорить, що якщо Орбан і Угорщина так зробила, то значить їй дозволили. Мовляв, це такий сигнал і для нас всередині країни, мовляв, нам потрібно проводити, зокрема, реформи. От він так це трактує, а ви як?
Ну, очень просто. Перекройте трубу нефтяную на Венгрию и газовую, и продуктопровода, дизель. С Мозыря качается нефть и дизель на Венгрию. Вот Орбан сидит на этих деньгах, на разнице в цене. Договаривается с Путиным, Путин ему эту мзду дает опусканием цены, у них прямые контракты. А наша канцелярия им помогает. Сейчас специально прокачка будет уже венгерской компании, мол, это непосредственная компания этого же Орбана. Вот человек сидит и зарабатывает деньги московские. Причем мы ему, это только не мы, канцелярия, ему в этом помогает. Ну, перекройте трубу, и все, ему будет просто неинтересно будет сама тема как таковая. Он же не будет подсвистывать Путину. Ну, смысл тогда никакого нет. Потому что перекройте трубу, обе трубы перекройте, и третью, вернее, даже три, и газовую можно перекрывать, там еще и Австрия сидит на газовой трубе. Вырубать и эти три страны, которые сейчас, ну, вы же видите, засвистываются Путиным. И Фицо, и Словакия, и Венгры, и те же австрияки. Та же самая картина, там уже победила партия пророссийская. То есть, по большому счету, мы сейчас еще впереди получим себе проблему с Австрией. А все они сидят на тех трубах, которые идут через Украину. Ну так перекройте, вопросов нет. Проблема одна единственная, у канцелярских крыс уменьшится количество евро там, или долларов, или рублей, в чем они там берут, непонятно. В криптовалюте, скорее всего. Вот и все, решается вопрос в 3 секунды. Потому это вопрос на банковую, это вопрос канцелярии. То есть вот это к ним вопросы, даже не к Орбану, не к Фицо, потому что мы их вырастим. Без нас они никто. Вернее так, без нас они станут европейскими лидерами, такими же с европейской, проевропейской риторикой. Потому опять все сходится на канцелярских чертях. Традиційно три бліц-запитання для вас підготували. Скажіть, будь ласка, чи Курська операція може стати ключем України до перемоги? Ну нет, конечно, нет. Курская операция – это операция для связывания определенной части российских войск на этом направлении, не более того. То есть задача вспомогательная для выполнения задач на Восточном фронте, либо на Южном фронте, в зависимости от разворачивания ситуации. И ждать от Курской операции каких-то ключей, там, замков или замочных скважин, ну точно не надо. Там выполнится определенная эта задача, основная задача уничтожения армии противника на любых направлениях. Начиная от Африки, это ГУР занимается, мы же видели, это Сирии, ну и заканчивая Курским направлением. И еще задача связать достаточное количество войск. Сейчас там связано до 50 тысяч россиян, которые, если бы попали сейчас на Восточный фронт, вот эти 50 тысяч, они бы уже были в Покровске, двигались бы в сторону Павлограда. Потому чем дольше и больше мы их будем там связывать, тем легче нам будет на Восточном фронте. Но это не ключ, ни в коем случае, это никуда не ключ абсолютно. То есть это одна из вспомогательных операций. У Росії призупинили виробництво винищувачів невидимок Су-57. Чи можна говорити про те, що санкції спрацювали? Ну, не такой он невидимый, давайте уточнять уж, как они там себе нарисовали. В свое время под Су-57, в Су-75 запрашивали у японцев композиты. Композитные материалы для того, чтобы уменьшить радиозаметность Су-57. Японцы, когда поняли, для чего россияне композиты у них запрашивают, прекратили, то есть санкции реальные еще начались тогда с Японии. Они не дали им композитных материалов. И получился у них Су-57, который виден, светится как новогодняя елка, как и Су-35, Су-27, основная базовая версия. И все. То есть вот это изначально. Почему, в принципе, большинство стран от Су-57 и его экспортного варианта, можно так сказать, Су-75 просто отказалось, понимая, что это не самолет пятого поколения, очередная российская вундервафля без японских композитов, которую очень легко сбить. Сейчас этот самолет никому не нужен. Больше скажу, он и россиянам не нужен. Он очень дорогой. Если бы он был действительно пятого поколения и радио незаметен, то есть с композитами, ну тогда он был бы, может быть, и неплохим самолетом. А так получается дорогущий, в два раза дороже основных позиций, там Су-30, 34, 35. Су-57 он самим россиянам уже не нужен в таком виде. Тем более они и двигатель так и не сделали. То есть двигатель, который тепловой след у которого виден так же самый, как и у форсажных двигателей. То есть, ну, нет смысла
его даже производить. Поэтому, я думаю, тут такой комплексный подход. Вот это эти санкции, которые еще там с десяток лет назад начаты Японией, в конце концов закончены сейчас уже теми фирмами, которые поставляли авионику, ну или, по крайней мере, базовые некоторые моменты под авионику этого самолета. Ну, можно сказать, минуснули этот Су-57. Но у них остались четвертого поколения, 4++ называются самолеты. Очень хорошие, неплохие, надо четко понимать, это хороший самолет, 4-2 плюса, Су-35. Это как истребитель и Су-34 как бомбардировщик. Вот эта пара самолетов у россиян довольно-таки опасная для нас. Противника в этом смысле нельзя ни в коем случае недооценить. Як ви вважаєте, чи зростає байдужість українського суспільства до територіальних втрат? Ну нет, конечно. Больше 2/3 украинской нации даже и слышать не хотят о каких-то потерях территории вместе с потерями людьми на этих территориях. Любая территория, потеря любой территории, это же еще люди, которые там остались. Старики наши, дети, которые там нарождаются тоже украинцами. А тем более особенно донецкое направление. Вот, кто бы что ни говорил, но я сам просто... С Донбасса и родня моя там 200 лет жила в станицах. И там украинское население, базовое население Донбасса, оно украинское. В селах украинский язык, в наших селах, станицах еще, когда в свое время шли с Сечи на Дон казаки, это же как раз вот начиналось заселение тогда. Фамилии все ж украинские, Бороденко, Коваленко, то есть Дмитренко, это вот там в основном развитые. Это потом наползли заброды с России лет 70 назад, после войны в основном. Наползли туда, навезли со всей российской губернии, со всех российских губерний в основном такие полукриминальные элементы. И ни в коем случае нельзя оставлять наши территории вместе с нашими людьми. Потому украинская нация уж точно, да, даже с этой точки зрения, и воспринимать эти вопросы не будет. То, что проталкивается сейчас, в основном проталкивается идея потери территории, это Москва, ну, это Москва-Китай, то есть Москва-Пекин. Вот эта пара, сладкая парочка пытается просунуть через все свои возможные и невозможные механизмы в информационное поле, включают говорящие головы всяких ФИЦО, с Орбанами. Вот все, кто сидит на трубе, они же почему поют вот в эту тему? Ну, потому что у них задача такая, им за это, в принципе, разницы в цене и платят. Внутри у нас та же самая картина, мы только сейчас говорили про канцелярских крыс, они тоже эту тему могут прокачивать и прокачивали. Мы же в 22-м году видели, как сдавали Крым и Донбасс в Стамбуле. Умеровы, Арахами и вся эта толпа джигитов. То есть, а это ж московская тема, московско-китайская тема, вот они ее будут прокачивать. Потому, но их действия абсолютно не ложатся в канву восприятия украинской нации, а тем более украинской армии, потому что четко забитая в самой парадигме армейское восстановление территориальной целостности и суверенитета. То есть та клятва, которую дают армейцы народу Украины, она ж не просто так проговаривается. Там всего две позиции. Суверенитет и территориальная целостность. Поэтому восстанавливать однозначно будет.